25 декабря ушел из жизни известный предприниматель, директор предприятия «Страмон Китер» Юрий Ковалев. Все, кто знал Юрия Владимировича, запомнят его как человека неординарного, неравнодушного, энергичного во всех начинаниях. Он был одним из первых зачинателей кооперативного движения в республике. Поднимал с нуля бизнес во многих сферах. Молодые люди запомнят его как хозяина одного из Волжских островов, где ежегодно проводят музыкальные фестивали. Юрий Владимирович возглавлял в Общественной палате комиссию по вопросам экономического развития, предпринимательства, транспорта и туризма. Активно работал на посту председателя регионального отделения «Деловая Россия». Юрий Владимирович был отзывчивым человеком, всегда протягивал руку помощи тем, кто в ней нуждался.